Командой «Улгу» был создан проект «Коллекция адаптивной одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья». Его главная цель – создание комфортной и современной одежды для людей с нарушениями двигательных функций. Благодаря такой одежде люди могут почувствовать свободу и независимость от окружающих. Разрабатывали коллекцию совместно будущие врачи, дизайнеры и специалисты по рекламе. Всего 8 ребят. Наш проект функционирует уже на протяжении целого года. Мы участвовали в разных конкурсах. Все началось с первого конкурса. Это конкурс «Реабилитация плюс», который проходил сначала у нас в городе, отбирались наши проекты, а потом мы уже поехали в Москву на награждение. После того, как проект вошел в пятерку лучших на международном конкурсе, в родном университете приступили к его реализации. В рамках этого проекта студенты уже прошли несколько этапов от создания творческого эскиза, пошива одежды, коммуникативной работы с ателье и поставщиками материалов и фурнитуры, а также до этапа апробации одежды в медучреждениях и представления готового продукта на рынок. Платья, сорочки и костюмы, созданные студентами, получили большое количество положительных отзывов. Ведь при их создании были учтены все ключевые потребности и проблемы пациентов. В коллекции предусмотрена одежда для всех этапов реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Особенностями моделей являются удобные магнитные застежки, а также использование грязи и влагоотталкивающих материалов. В течение года студенты из УЛГУ принимали участие и побеждали во многих конкурсах и фестивалях. Например, медали и дипломы проект получил на международном фестивале «От винта», который прошел в Сочи. Коллекцию адаптивной одежды уже закупила Центральная городская клиническая больница Ульяновска, и на достигнутом ребята останавливаться не планируют. В настоящее время команда проекта активно ведет разработку эскизов нижнего белья и верхней уличной одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Юлия Руднева, Марат Мигдиев, Улправ. До ТВ.